красавец-монстр. Юхой. Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Resident Evil HD Remaster на PlayStation 4. В прошлой серии мы с вами разгадали несколько головоломок, поубивали зомбей. В принципе, было довольно-таки продуктивно. Итак, мы использовали все ключи, которые у нас только были, то есть открыли все комнаты возможные, кроме одного вида, там, где изображен шлем. У нас осталось несколько головоломок. Я прибежал сразу к этой. Здесь у нас 4 рыцаря, 4 картинки. Я надеюсь, в принципе, ничего сложного, то есть, я так полагаю, их нужно задвинуть в нужной последовательности. Хотя они как-то помечены еще, первый и третий красным, второй и четвертый черным. Давайте попробуем сначала в нужной последовательности их задвинуть. Рядом больше никаких обозначений нету. То есть, начнем сначала, у нас там изображен... рыцарь со щитом. Так, ты почему сам задвинулся? Щит и меч. А теперь нам нужен с топором. Кажется, я понял. Нам нужно задвинуть их так, чтобы они все одновременно задвинулись. Окей. Сейчас будем пробовать. Так. Итак, если я примерно правильно понял, то нам нужно не просто их всех затолкать, а надо, чтобы они стояли в определенном положении. То есть, видите, у нас на картине со щитом и с мечом стоят впереди, а со щитом и пикой, или что это такое, не знаю, стоят, короче, сзади. Мне сейчас пришлось немножко подвигать их так, чтобы остались только вот эти два впереди. Я не знаю, правильно я сделал или нет. Моя первая попытка уже была неудачной, и меня чуть не убило здесь. То есть меня чуть пытались отравить, я еле вышел из комнаты, у меня было кеншин красный, я чуть не умер первый раз за игру. Давайте попробуем. Ёперный ты бабай, а! Так, это было неправильно. Главное успеть выбежать. Сейчас, в принципе, я не так сильно еще рванулся. Но сейчас будем заново все это дело решать. Надо пробовать, что еще делать. Итак, бог знает какая попытка. Мне наконец-то удалось задвинуть их все четверо. Пробуем. Ура! Наконец-то. Короче, я тут уже что только не перепробовал, кого как не оставлять. Тут уже использовал несколько аптечек, пришлось бегать. Ну вот как-то так. Загадочный ящик. Да. Давайте посмотрим, что за загадочный ящик. Так. Так. Тут ничего. Тут ничего. Давайте так повертим его. Давайте попробуем открыть. Здесь кнопочка нажать, да. Ничего не происходит. Ладно, давайте здесь нажмем. О, у нас есть последняя маска. Так, ну что, все, у нас полный комплект масок. Пошли узнавать, наконец-то, что это такое. За масками сейчас бегаем в ближайший ларец. И мне почему-то хочется взять что-нибудь потяжелее, чем дробовичок, потому что тот гроб, который висел над всеми этими статуями, мне не нравится. Правда. Я просто почему-то уверен, что в этом гробу сидит кто-то, кто-то очень злой. Возможно, у него последний ключ, либо еще что-то. Но мне почему-то кажется, что это не просто какой-то там жалкий зомбяк. Я, кстати, сейчас, наверное, сохранюсь, потому что... возможно, я не смогу повторить все то же самое. Так, давайте пока вот эту ерундовину вытащим. Кстати, у нас еще одна маска. 4 маски нам нужно с собой тащить. Ёперный ты бабай.
И вот эти снаряды. Так, где наша любимая сохраняшка? У меня всего пара сохранений осталось. Это печально. Так, я снарядился по полной. У нас все маски. Гранатомет с зарядами есть. 10 патронов дробовика и аптечка. Аптечка, к сожалению, только одна. Но, к сожалению, инвентарь ограничен. Можно было, конечно, за несколько раз бы сбегать. Положить все эти маски там по одной, по две. Но мне почему-то этого делать не хочется. Это огромная лишняя беготня. Давайте уж отнесем сейчас сразу все 4 маски. И посмотрим, что там будет. Так. У нас тут неожиданный зомби вывалился. Да, нафиг. Мы его трогать не будем. Хотел сократить ненужную беготню. Запись, но... Он откуда-то за мной там вывалился. Мы его потом завалим. Сейчас его убьем, потом сжигать. Пусть уж лучше в обычном состоянии шарится, верно? Да и драгоценные патроны тратить сейчас на него неохота. Итак. Здесь мы с вами были всего один раз. По-моему, в самой первой серии, когда сюда приносили стрелу Купидона. Ох, чувствую, тут кладбище потом здесь оживет. Прям чуется мне. Сейчас что-нибудь веселое. Итак, ну что, давайте вставлять. Так, здесь у нас что? Статуя, у которой нет глаз. В смысле, лицо. Угу. Ух. Говорю, так, давайте сразу оденем. Мне уже нехорошо. Так, здесь все у нас. Еще раз не успел прочитать. У нее нет глаз, носа и рта. Так. Ух, смотри, как кровь оттуда даже льет. Джойстик у меня вообще чуть не выпрыгнул. Так, здесь что? Здесь нет носа. Угу. Ну и последняя маска. Что, встречаем нового жителя этого гроба. Ну, конечно же, надо подойти. Какой-то зомбиак. Да. Я был готов к такому повороту событий. Так, что у нас там еще есть? Один, еще один кислотный есть. Но он не умер. Вот, а вот сейчас мне прилетит. Комбинировать? Да. Да давай ты ему электрошока. Все, теперь умер. Только не видишь, что мне надо сжечь его. Так, давайте посмотрим, что тут в гробу. Ничего не лежит? Нет, не лежит. Или все, открылись ворота? Да нифига не открылись. У него что-то есть на пузе? У него ничего нет на пузе. Ладно. Мега зомбяк был. Это что такое лежит? Патроны для шотгана. А что я их вообще здесь оставлял? Или я их просто раньше не видел? Так. Взять? Да. Там что-то лежит.
Итак, я так полагаю, вот эту, может быть, штуку нужно вставить в те чертовы ворота. Блин, вот его бы сжечь. Я вообще страшно представить, что будет, когда он проснется. Его вот надо обязательно, чуется мне, сжечь. Хотя, в принципе, больше сюда-то и не надо. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте валим отсюда. Валим, 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 валим. Во, нечего нам тут по кладбищу разгуливать лишний раз. Ну, меня даже не укусили. В принципе, я думал, куда будет все посложнее. Зомбяк оказался просто мега быстрым. Пошли применять эту штуку, которую нам дали. Надеюсь, по дороге никаких сюрпризов не будет. Типа того зомбика, который на втором этаже вывалился. Вроде все такие головоломочки, которые попадались, мы кое-как решили. Конечно, местами протупив. Ну, каюсь, не всегда сразу соображаю, что там делать. Здесь у нас валялось 4 трупака. Вот их надо сжечь. Потому что когда они встанут все вместе, это будет что-то. Они встали! Они встали! Они встали. По крайней мере, двое. Так. Я знал, что здесь тоже не все так просто. А? Вот разработчики, изверги. Просто жесть. Я слегка испортил. Ага, я думал, что я не пойму, что ли, что ты еще не мертв? Так. Вроде все. Должен быть еще один. Было четверо. А, нет, все. Так, что с патронами? Патроны, в принципе, есть. Аптечка есть. Даже еще 5 патронов базуки осталось. Ну, нормально. Меня, по-моему, даже тронуть не успели, насколько я видел. Здесь бегающего мы завалили. Так, нет, нам в тот коридор нужно. В комнату с картинами нам больше не нужно, благо. При том, что времени прошло совсем немного. Я так полагаю, этих зомбей нужно было сразу сжигать. Второй раз туда приходишь, даже если бы сразу пришли бы, то все. Так, ну что, давайте вставляем. Так, открылись ворота. Так, карта есть куда-нибудь? Какая-то лестница здесь есть. Давайте посмотрим. Я так полагаю, мы сейчас перейдем вообще в какую-то другую часть особняка, где мы раньше не были. Так. Дается аптечка. Так, как к ней подойти-то, ёптить? Ой-ой-ой. Я ж напугался. Думал, провалюсь сейчас куда-нибудь. Так, батареи для нашего шокера. Спрейчик. Блин, лучше пленту дали. Патрон для шотгана. Немного, но все-таки. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь нет ничего. Так, давайте посмотрим, где мы. Здесь у нас на улицу выход идет и какой-то подвал. Давайте в подвальчик сначала спустимся. Странно, какая-то дверь. Не похоже на дверь в подвал. Вышли на улицу. А, прямой куда-то коридор идет. И это мы уходим куда-то прям вон отсюда. Нет, пока мы сюда, значит, не пойдем, потому что вдруг в комнате, которая была рядом, никуда особенно не ведет, но там может лежать что-нибудь полезное. Меня больше волнует, что у меня заканчивается сейчас чернил для записи. Я в последнее время много сохранялся. Так, куда мы вышли? Вот, здесь уже что-то более похоже. Мне не нравится, правда, открытая локация. Это Брэд. Кто-нибудь слышит меня? Пожалуйста, что-нибудь скажите. Кто-нибудь? Джилл, это Брэд. Ты меня слышишь?
Твою же жена лево, сломана. Так, ой, привет, псина. Тихо, тихо. Сюда, собачка, сюда. Они орут, как обезьяны, когда подыхают. Есть еще кто? Да вроде нет. Люблю это 10-зарядный дробовик. Честное слово, люблю. Так, тут какая-то трава, и трава идет, кстати, синяя. Это начинается. Это плохо. А для тех, кто не в курсе, синяя трава, она от ядов. А, соответственно, скоро пойдут пауки. А, не люблю пауков. Ну. Так, давайте объединим эти травки. Так, давайте осматриваться, что делать. Так, там какая-то лестница. Там, кстати, лифт, по-моему, был. Да, тут лифт. Интересно его здесь. А что, здесь ничего и нету. Но я так полагаю, в будущем можно сюда приехать на лифте, сократить, потому что у нас там... Я уже лифт как-то встречал, но в нем не было батареи, что ли, или что-то типа такого. Давайте здесь теперь осмотримся, что тут. Тут ничего интересного. А тут у нас... Неизведанная вселенная дальше идет. Ладно. Раз уж мы уже в зазеркалье, пошли. Так, бассейн. Бассейн — это плохо. Бассейн — это рыба, акулы, крокодилы. Чего-то здесь не хватает. Дыра. А, я понял. Нужно, чтобы шлюз повернуть, нужно какой-то рычаг найти. Рычага у меня пока нету. Опускаться просто так в воду я не хочу. Я уверен, что к добру это не приведет. Так что все понятно. Ну вот видите, хорошо, что сюда пошли. Хоть теперь мы знаем, зачем вообще здесь... Что вообще здесь делать. Скажем так. Так, ну что, теперь пошли вниз по подвалу. У нас, в принципе, больше особо идти некуда. Мы вроде там все остальные загадки разгадали. В особняке остались неоткрытые двери. Ну, последний ключ, я так полагаю, дадут уже, наверное, куда позднее. Так. Какой-то флюгер здесь. Можно что-нибудь с ним? Пресс? Ну, давай пресс. Что-то нажали. Трехголовая псина повернулась. Мне уже не нравится. Пресс. Ну, ну, хватит. Я не знаю, что я сделал. И похоже, что-то нехорошее. Кто-нибудь ответьте. Барри? Монстр! Оружие! Короче, все плохо. Уходите. Лес. Держитесь подальше от леса. Позади замка. Блин, а мы как раз туда идем. Как парень ты сюда попал? Так, еще один флюгер. А, нам нужно его останавливать, что ли, в какой-то нужный момент? Я не понимаю вот этого пока что. Ладно, пусть пока в таком положении стоит. Я не знаю, зачем это. Но. А. В принципе, я, кажется, догадываюсь. Ворота откроются, когда стражи собаки снюхаются, что ли. Короче, нам нужно направить их, чтобы они смотрели, я так понял, друг на друга. Ну, давайте сделаем это. Так, вроде бы поставил. Тут приходится действовать на глазок. Да.
Так, нет, пока еще не открылись. Значит, наоборот, имеется в виду, что нам нужно поставить их так, чтобы они друг друга не смотрели. Все, сейчас сделаем. Все, развернули ворота. Ворота щелкнули, хрустнули, отвалились. Хотя там такие ворота, может, было ногой пнуть. Но в игре такой свободы не предусматривается. Ну, это же классика. У нас были строго загнанные условия выживания. Вороны! Ну нахрен вас! Так, карта. Ой, не люблю я вас, карки ветряные. Так, здесь нужно положить три горизонтальные. Короче, символы нужно сюда впаять, я понял. Ой-ой-ой, пошла, пошла от меня, дурында. Еще на вас еще не тратил, блин. Может попробовать их перестрелять, но вот на них как раз-то вот пистолет и нужен был. Ой. Это мне не нравится. Какой-то вопль там идет. Я такой вопль, кстати, уже слышал. Мы его слышали в подвале, в самом главном холле, куда Джилл не захотела заходить. Там тоже были цепи, что-то такое было. Какой жуткий коридорчик, да? Травка. Ох, не люблю, когда просто так траву дают. Это тоже не к добру всегда. Что у нас по месту свободному? Немного у нас места. Не будем пока брать. Пошли внутрь. Внутри спокойней. По крайней мере, помещение. Так, что за помещение? А, вот здесь у нас есть машинка для записи. Значит, здесь, скорее всего, безопасно, я так полагаю. Это хорошо. Костер. Книги горят. Здесь полочки сейчас тоже обыщем. О, господи, ну и комната. О, карта, карта, карта. Я видел, видел карту. Так, вот у нас теперь есть более или менее нарисованная местность. Что, как и где здесь. Ну, это посмотрим чуть позже. Мы получили карту. Я рад. Безмерно. Так, давайте здесь сначала сейчас тоже полазим. Здесь у нас ничего интересного. Здесь тоже. Так, там у нас какая-то лестница, по-моему, идет или что-то типа того. Так, машинка. Так, у нас есть журнал. С какой-то историей идет. Мама, где-то я тебя потерял. Так, я, кажется, начинаю припоминать, о чем это дело было. Если бы у меня была лента, я бы записал прогресс. Да, если бы была лента. Если была бы лента, я бы то... О, ящик. Так, ну у меня осталось всего одно сохранение. Давайте, наверное, сейчас проанализируем ситуацию. Ой, там какой-то подвал пошел. Ну его нахер. Я, кстати, вон что вижу-то, ё-моё. Я туда не провалюсь? Давайте сначала сохранимся. У меня такое чувство, что я сейчас возьму, да провалюсь туда. Потому что какая-то видно, что дырка, и она просто закрыта. Так. Тратим последнее сохранение. Все, теперь только до следующей ленты. У нас это 18-е сохранение.
Так, пошли. Не туда. Ничего с собой такого не надо брать. Да вроде все, что надо, все есть. Взяли кран. Нет, смотри-ка, не провалились. Так, ну что, давайте сбегаем до того бассейна. Сюда кто-то зашел. Who's there? Кто там? Барри, если это ты, я тебя грохну. Меня убили? Меня какая-то тварь вырубила. Красавец-монстр. Тихо, тихо, тихо. Я даже с тобой разбираться не буду. Тихо, 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 тихо. А, чуть не ударил меня. Еще будешь, нет? Офигеть, 5 патронов с базуки в нее всадил. Я не знаю почему, но мне... Да ну нахер с ней связываться, она какая-то чокнутая. Она поехавшая, 5 патронов с базуки в нее всадил. Это не зомбяк. Так, мы сюда скорее всего больше не вернемся. Берем травушку. Хотя бы одну. Валим отсюда нафиг, пока она за нами не пошла. Куда, куда, куда? Так. Ой! До свидания, мужчина. Нам с вами не по пути. Еще один. Или это все тот же, не знаю. Так, я немножко не помню, куда мне. Так, мне просто прямо пробежать, а потом еще по такому коридору. Идите вы мне еще вот. Что за время-то пошло какое-то беспокойное? Вообще какой-то кошмар. Может быть, вообще не стоило драться и тратить на нее базуку, вот я не понимаю. Выбора у меня сейчас нету, у меня было последнее сохранение. Так, мы выходим обратно в этот маленький подвальчик, я не знаю, что это, как это еще назвать. В дом возвращаться бессмысленно. Я, может быть, где-то там ленту упустил, либо слишком много сохранялся, не знаю. Ну, не хватило мне сохранялок. Ну, вот так вот. Так, валим. Я почему-то думал, что сейчас опять эту тварь встречу. Ох, чувствую, встретим мы ее еще. Так. Странно, что эта тварь меня сразу не убила, когда оглушила. Я так полагаю, сейчас будет канализация. Ну или что-то типа того. Можете выбросить. А, нет, мне сказали, что я еще могу раз ее использовать. Окей.
Могу, значит, могу. Видно, что у меня теперь места нет свободного, но... Если я теперь сейчас найду ленту где-то, это будет просто апофеоз как. Так, карта есть, куда это меня приведет? Да, дальше впереди будет какой-то большой холл. Если вообще я здесь могу пройти, потому что впереди, походу, опять лифт какой-то. О! Да, лифт есть. Это хорошо, потому что это был бы тупик. Серия немножко затянулась, но выбора нет. Сохранения-то нету. Синяя трава опять и вороны. Мало мне было, мало. Отвалите вы. Я не знаю, куда я. Пауэр нет. Где-то там ресурс. Так. Здесь понятно. Здесь ничего. Ну что, в ту дверь. Вон, батареи нету, вижу. Вижу, там нет батареи. Оп-оп-оп. Технично, технично. Маневр осьминожка. Оп. Короче, батареи нужно найти. У нас тогда лифт заработает. И в доме нам больше не придется вот это все оббегать. Так. Красная трава. И длиннющий коридор. Ох, он мне не нравится. Кобры, кобры, кобры. Вот это для чего яд. Валим. Нет, 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 нет. Даже не задерживаемся. Я даже стрелять по ним не хочу. Яд противная вещь. Камера работает против нас. Мы находимся вообще где-то в другом месте. Неизведанная вселенная. Опять синяя трава нас тут встречает. Ее, походу, вообще здесь разводили массово. Ну, при таком обилии гадюков выбора нет. Так. Далее. Комната справа открыта, комната слева закрыта. Пошли в открытую комнату. Я люблю этот звук. Звук это тут... А, лента. Я вижу ленту. Боже мой. Все. Счастье растеклось по телу. Везде, где только смогло. Так, все. Вываливаем базуку. Вываливаем кран. Я не знаю, понадобится он пока или нет. Вываливаем вот эту вещь. Да все лишнее вываливаем. Давайте соберем все, что здесь есть в комнате. И будем завершать. Серия без того уже у нас затянулась. Сколько? Три штуки. Ну, нормально. Три раза сохранится. Уже живем. Уже нормально. И спрей даже есть. И, кстати, горючее здесь тоже есть, а значит, и зомби тоже будут. Так, ну что? Я думаю, этого всего вполне достаточно. Серия получилась клевая. У нас тут были какие-то новые встречи, новые территории, новые локации. Все. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Давайте. Всем спасибо. Всем пока.